Это последние экземпляры Шевроле Нива. Уже официально стоят в салонах у официального дилера АвтоВАЗа. По крайней мере, сейчас нахожусь. Город Оренбург, улица Волгоградская. И в автомобиле пока никаких нету. Стоит также стандартная подушка безопасности. Но я уже делал обзор на Шевролета. Единственное, мне понравилось — черный формованный потолочек. Очень смотрится стильно. Вот. Сидушечки, конечно, я сравниваю с своей Нивой 2131. Сидеть здесь удобно. Механическая коробка передач. Все осталось по-прежнему. Двигатель опять же тот же. Ждем, конечно, улучшений, каких-то модификаций, может быть, каких-то будет на Ниву. Но это все время покажет. Может быть, АвтоВАЗ что-то добавит свое. Предмаксимальная комплектация, которая вот это стоит. Сейчас давайте с Максимом пообщаемся. Здравствуй, Максим. Добрый день. Вопрос такой: сколько сейчас стоит минимальная комплектация Нивы Шевролета? Автомобиль сейчас начинается 686 тысяч рублей. Это автомобиль имеется такой в наличии даже. В эту комплектацию у вас будет уже входить АБС-ка, подушка водительская. Будут идти все механические стеклоподъемники, ну, также будет крепление под детские кресла, и автомобиль имеется в наличии в черном цвете. Вживую можно будет посмотреть, на складе машины представлена. И цена примерно? 686 тысяч. Это минимальная? Это минимальная, да. То есть, да, будут стоять металлические диски. Черного или стального цвета? Черного цвета. Черного цвета, ну, ясно. Ладно, а для зрителей, чтобы знать, средняя комплектация автомобиля, цена и примерная комплектация? Среднюю версию, если говорить уже с кондиционером, автомобиль будет стоить 767 тысяч рублей. Там будут уже стоять легкосплавные диски, там будут уже электрические стеклоподъемники, передние эти. Будет также подушка водительская, кондиционер, естественно, само собой. Зеркала будут иметь электрорегулировку с подогревом. Машина представлена у нас тоже по наличию. Вживую, пожалуйста, приходите, смотрите. Также представлена машина как здесь в цвете камуфляж. Есть это предмаксимальная версия за шноркелем. И чуть более интересное оснащение. Автомобиль тоже представлен, когда хороший цветной сенсорный дисплей. На ней есть комплектация LEM. То есть у нас, в принципе, вся линейка автомобилей есть. То есть начиная с минимальной, заканчивая максимальными версиями. И даже вот такие интересные версии. А вот вопрос: за цвет нужно доплачивать, за такой цвет? Стоимость идет серийный автомобиль, уже итоговая. То есть доплачивать ничего за цвет не нужно, здесь, да? Нет. Понятно. Ну и интересно. Отдельные версии. Извиняюсь. Интересно, максимальная комплектация, цена максимальная. 860 тысяч — это то, что имеется по наличию. Ясно. Но каких-то самоблоков ничего дополнительно здесь не идет, да? Нет, нет. То есть на них также будет установлена такая резина Кридзиан. На серых. Полтерейновская. 215, 65 на 16 установлены. Да. Понятно. Двигатель все стандартный, такой родной. Же, да, 1.7, 80 лошадиных сил. Ну, соответственно, ясно. Остальное машина будет представлена в таком исполнении. И когда АвтоВАЗ обещает поменять лейбы на автомобиле? Лейбл обещает поменять в июле месяце. Мы увидим автомобили уже со значками Лада. Под брендом Лада, да, уже будет. Lada, да. То есть, так сказать, можно последний месяц остался, который это можно последние купить. 7 автомобилей, которые у нас имеются в наличии, что можно было приобрести еще под брендом Chevrolet. Ну, спасибо вам. Спасибо вам. Приезжайте. Так, ребята, если кому интересно, приезжайте. Волгоградская 5. Это не реклама, просто я зашел, увидел автомобиль. Чтобы вы знали, что будет дальше, что АвтоВАЗ приготовил нам. Все, ребята, давайте, до свидания. Ставьте обязательно палец вверх, подписывайтесь на канал. Пока-пока.